Шуба-дуба-дуба-пада-па-па. Е-е-е. Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня мы снова поиграем в игру под названием Шапик Квест 2. Не знаю, что за квест 1, но я лазил по сайту, где я обычно игры нахожу, и там я нашел вот эту вот игрулину. Она по описанию мне показалась интересной, типа, мы будем бродить по миру после ядерной войны, и мне показалось это интересным, но эту игру я не рассматривал, нигде не смотрел, нигде не видел, поэтому она может быть интересной, гениальной, может быть плохой и скучной. Не знаю, посмотрим, это знаешь, маленький мой личный такой лотерейный билетик. И мы с тобой вместе посмотрим, хорошая ли эта игра на самом деле, или же она отстойная говнецо. Ядерная война началась на планете. И закончилась. Планета выглядит не очень хорошо, и еще, по-моему, ракеты летят. Мы будем сейчас с тобой пытаться, знаешь, интерпретировать. Интерпретировать, что мы с тобой видим. Значит, люди улетели. Люди улетели с планеты Земля на планету другую. Возможно, на Луну. Я не знаю, что это именно за планета. О, и мы ее офигительно обстроили. Или это Земля? Мы что-то обстроили. И паренек пошел. Радостный, такой потопал. Ну, графика такое, оно... Не знаю. Графика выглядит прикольно, но в то же время выглядит не очень. Шапик ОС. О, Савунья. Шапик ОС. Нажми сюда. Нажал, это я могу. Я классный геймер, правда? Я нажал на кнопочку, вот это я супербой. Вот он, Шапик. So cute. У меня аж слеза потекла. Такой милаш. Лень, он правда выглядит мило. Я так понимаю, это робот. И я так понимаю, это квест. Окей. Здесь есть одна подсказка в каждом уровне. То есть это у нас с тобою интеллектуалочка. Это интеллектуалочка. Мы будем с тобой проверять свой интеллект. Двигай. Ну давай подвигаем. Может быть, что-то будет, что мы можем... Остановилось. Окей, давай в самый верх. А, смотри. А, нет, показалось. Сова, ну-ка иди сюда. Ну-ка, сова, ну-ка подойди. Я могу сову как-нибудь пнуть? На-нах. Сова, шла отсюда вон. Он улыбнулся, ему понравилось прогонять сову. А, все, сова ушла оттуда. И оттуда упал какая-то говнулинка. Что это такое? А, это ключ. Понятно. Мы с тобой разгадали первую загадку. Мы с тобой, правда? А, гений просто. Просто гений. Разгадали такую сложную загадку. Кранты просто. Все, я теперь всем буду говорить. IQ минимум 9000. Подсолнухи растут. Не, слушай, а на самом деле земля-то так неплохо выглядит. Не уверен, что это хорошая вещь. Растение может тебя съесть. Оно же радиационное. В конце концов. После радиации, ну ты знаешь, всякое может происходить. Переключатель. Переключу переключатель, потому что, ну, переключатель, он же не просто так висит. Он для того, чтобы переключать. Что происходит? А, вау. Вау. Вау, как все странно. Так, ну это я понимаю. Это я понимаю. Мне нужно сделать проходик, я так понимаю. Я правильно понимаю, но... Я могу в компьютер, видишь? И что это мне дает? Дверь. А, теперь, наверное, дверь открылась. Блин, как странно-то, а? Как странно сделано. То есть сверху у нас с тобой другие комнаты, в которые мы можем попадать. И в эти другие комнаты мы можем с тобой смотреть. Ну-ка занюхни. Ну-ка занюхни, подсолнуш. Не хочешь? Ну-ка хочешь. Так, у нас с тобой сейчас еще одна загадка, я думаю. О-о-о, вот это уже интереснее. Так, ну это довольно легко. Здесь вот так, здесь вот так. Вот сюда. Вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Нет, стоп, вот сюда. Слишком легко. Пойдем, пойдем отсюда. Давай сюда. Не, мне нравится. Знаешь, я сначала подумал, что графика любительская, но сейчас я думаю, графика стильная, знаешь? А такой вот... Чем-то отдает такими старыми мультиками. Ну, не прям сильно старыми. Как бы тебе сказать? Вот есть такие мультики, которые необычные. Вот, есть мультики Pixar. О! Здоров, дедок! Ты шо, как? Я Шапик, здравствуй! Это... Есть такие мультики, короче говоря, в которых пытаются донести какой-то творческий смысл автора. Вот это оно. Смотри, Шапик говорит. Есть земля. На земле были взрывы. Понял меня, Шапик? Это он мне руку пожимает и такой... Шапик, есть взрывы. И там есть девушка. Девушка среди черепов. Девушка грустит. Но, несмотря на то, что она грустит, она делает шарик. Огромное шариковое энергичное поле.
и оно все лечит. Понял меня. И все. Это все, что дедок мне сказал. Да, ты можешь, наверное, заметить, это одно из первых видео, которое я снимаю сегодня, поэтому я немножечко запинаюсь. Что, еще одна загадка? А, нет, это просто подъем. Дедок, а ты не хочешь мне ничего дать? Там классного какого-нибудь, не знаю, пистолет. Радиационная планета, она опасна. Томат хочет. Говорит, хочу томат. Принеси мне томат, пожалуйста. А я тебе говорю, дедушка, окстись. Едить тебя колотить. Ты что, какой тебе томат? Так, смотри, дедок делал эксперимент с роботом. Подошел к роботу. Робот присел, потом отошел. Родилось растение. Растение выросло, съело робота. И дедушка такой сказал, 745. 745 попыток, сука. И он умер. Робот погиб. Я думаю. Еще одного сделаем, сказал дедок. Сделал, его тоже съели, он снова сказал 745. Ну понятно. Дедок, короче говоря, экспериментатор. Уничтожитель роботов, иначе говоря. Карантин. Здесь ничего. Ну ничего поле. А нет, стоп. Девушка. Растение. Планета. Треугольник. Планета. Ракета. Штука. Штука. Девушка. Я все понял. Ты все понял? Если ты ничего не понял, но... Сорян. Я все понял. Конечно. Нет. Но мы об этом никому не скажем. Так, все, дед, отпусти меня. Отпусти меня, чудо-дед, я хочу уйти. Я хочу уйти. Можно мне уйти? Я вот туда хочу. Дед, прекрати. Отвались от меня, дед. Дед, а, дед? Шоу он. Дед. Говорит, хочу томат. А, я понял. Он хочет томат. Не. А, смотри, он, кстати, с картошкой. Это отсылка к порталу? Интересно, это отсылка к порталу? В портале 2 там же была тоже картошка. Не, слушай, а тут нормально, так уютненько. Дедуля, тебе не скучно одному тут сидеть-то, ты мне скажи. Я понимаю, ты хочешь томат, все дела, и роботы у тебя есть, но как-то, по-моему, скучненько. Поехали на второй этаж. Поехали на второй этаж. На втором этаже у нас... О, робот. Слушай, тебя ж съели. Не? Ну, походу, не съели. 7-4-5. Я понял. 7-4-5. Трудный-то какой, трудный-то какой. Головоломка-то какая. Ой, ой, еле справился. Я себя чувствую, знаешь, таким умным, когда играю в головоломочки простенькие. Я такой, типа, я охерителен. Я могу разгадать головоломки уровня второго класса. Я хорош. Я могу вырубить роботов. Все, роботы, не работаете теперь. И палить могу. Все, пойду забирать томаты у вас. Извините, дедок хочет помидоры. Я раз дедок хочет помидоры, я выполняю. Хорош. Помидор. Да я нашел его? Я нашел помидор. Окей. Я думаю, что робот просто мне сказал, ну-ка финти отсюда вон. Ну-ка финти отсюда быстренько, шапик. И все. Я прав? Ну-ка пойдем, подойдем к роботу. Я думаю, что мне сейчас робот ударит. А, не. Не. Робот меня не ударил, но он, короче, просто меня игнорирует. Робот притворяется, что меня нет. Робот надеется, что, знаешь, если игнорировать человека довольно долго, он уйдет, он исчезнет. Вот об этом робот и думает, поэтому он хочет, чтобы я свалил. Я свалил. Дед! Дедушка! Дедушка! Я принес тебе помидор. Я не знаю, почему ты сам не пошел. А, наверное, он старый. Уже старый. Пердун. Поэтому я решил ему сам принести. Говорит, помидор плюс вот это равно что-то. А я говорю, хорошо. И сую туда помидор. Ничего себе, я ученый. Дед. Ле-ле-ле, дед радуется. Внучек. Он теперь говорит, молодец, сейчас я тебе достану чирик. О, чирик. Ништяк. А, не, это картинка девочки. Я понял. И флешка. Дедку очень нравится борода, я так понимаю. Усы. Видишь, у него все с усами. Еще что-то сказать не хочешь? Нет? Ну хорошо. Так, у меня теперь есть флешка. Флешку, разумеется, мы можем куда-то впихнуть. Осталось найти, куда впихнуть флешку. Ух ты. Ух ты. Робот уйдет туда. Блин, а прикольно. Знаешь, вот это вот все, что они ничего тебе не говорят, оставляет пространство для твоего воображения. Я думал, игра останавливается. Ты куда пошел? Оставляй пространство для воображения. Вали туда, говори. Он сказал, хорошо. Так, теперь, походу, нам придется как-то обойти робота. А, не, тоже вариант. Робот просто возьмет и улетит. О, Савунья! Здорово, Савунья! Ты мой единственный друг здесь. Савунья, Савунья, Савунья! Стой!
никогда тебя не любил. Вонючая совунья взяла, забрала у меня какой-то шарик. Что это? Кинь в нее кирпичом. Что это происходит? Разгадка у нас где-то тут. Вот прям где-то тут. Между вот этих цветочков и летающей пернатой крысы. Которая забрала у меня шпуньку, которая мне нужна. Опа! Вот это да, вот это паркурист! А, паркурист! Так, хорошо. Теперь куда дальше пойдешь? Я дальше. О, птички улетели. Так, теперь я встал сюда. Так, я понял. Сейчас она подлетит сюда. И я потеребонькаю вот это. Теребонькой. Она вкурила это. Ей нехорошо. И все сделалось как надо. Ае. Мы с тобой шарим, скажи. Мы с тобой реально... Воу. Паркур. Мы с тобой реально шарим. Мы с тобой все прям делаем идеально. Прям вот знаешь, будто знаю прохождение. Не, на самом деле здесь просто головоломки простенькие. Ох ты, ёпта. Ох ты, ёпта. Ох ты, ёпта. Легкие головоломки, говоришь, да, Виндяй? Ну-ка, на тебе. Головоломку посложнее. Что? Так, хорошо. Я не знаю. Что-то как-то, ну вот так, типа. Так, вот, мы с тобой одно решили. Я так понимаю, мне надо, чтобы они крутились, да? Крутились, вертелись и доходили до конца. Хорошо, второй мы с тобой решили. Так, теперь вот это сюда, да? Вот это, нет, смотри. Вот это, да, впихуй. Не хочешь? Ну как хочешь. Вот это, нет, тогда вот это убери. Сюда, она крутится. Сюда не крутится, сюда крутится. Сюда не крутится, ок. Сюда не крутится, вот сюда. Ах, и не дотягивается. Окей. Сюда. Пойдет? Не пойдет. А вот это если сюда вставить? Нет, смотри. Вот это по-любому надо начинать как-то... Так, вот с этого, нет? Окей, вот так. Вот так. Все решено. Вот это крутится. И вот это крутится. Я даже одно оставил, видал? Я решил без одной дополнительной детальки. Так. Вот оно как. Все, я понял. Я знал. Я просто тебя проверил. Конечно же. Нет. Окей, мы теперь можем пойти за этими. Я не хочу встречаться с роботом. Да, робот меня совсем не обрадовал, я тебе скажу. Такой лень здоровая, такая махина. Такая просто металлическая горилла, которая, мне кажется, взорвет, как только увидит. Но она выглядела реально внушительно. А, все, робота съел вот этот жук. Это конец демоверсии. И все. Окей. Знаешь, что я тебе скажу? А мне понравилось. Ну, конечно, маловато каких-то головоломочек интересных, потому что в конце только головоломка была более или менее интересная, но в целом, мне кажется, из этой игры может что-то выйти. Из этой игры может быть что-то действительно необычное, у нее есть потенциал. Но я бы не сказал, что она на данный момент прям капец какая веселая и интересная. Больше, знаешь, играл в нее, потому что мне понравился мирок. Мне просто интересно постапокалиптика и так далее. Ну ладно, напиши в комментариях, что ты думаешь об этой игре. Хотел ли бы ты поиграть в полную ее версию, когда она выйдет? Чисто так. Вот, а пока на этом все. Я надеюсь, тебе понравилось это видео, надеюсь, тебе было интересно. Это, знаешь, больше такая медитативная игра. Посидеть, подумать немножечко, помыслить и к чему-то прийти. Прийти к тому, что ядерная война — это плохо. И война, в принципе, это плохо. Вот к чему мы с тобой пришли. Вот. Начал за одну, закончил за другую. Ладно, я надеюсь, вам понравилось. Увидимся с тобой в следующих видео. Подписывайся на канал, оставляй свои комментарии. И пока. До скорого. Удачи.